Готово. Я все сделала, как ты и сказала, но есть одна проблема. Они все спят. Весь город спит. Подданные королевы спят. Почему они не просыпаются? А вот это уже другой разговор. Проснуться они могут только, если ты дашь им вот этот порошок. Отлично, давай мне его. Еще чего, теперь я стану королевой. Да как ты смеешь, я же поверила тебе. Ты выполнила всю грязную работу за меня. В случае, если бы тебя поймали, тебя бы арестовали. Теперь мне не о чем переживать. Я все расскажу всем, никто тебе не поверит. Я им покажу картины с королевой. Я их уже уничтожила, пока ты носилась с тем порошком. Да ты ничем не лучше ее. Я даже хуже. Что? Нет, такого не бывает. Что же я наделала?